В Актобе наградили победителей ежегодного конкурса детского творчества «Наурыз-Коктем». Свои работы представили ученики художественного лицея. На бумаге дети изобразили пробуждение природы, встречу Наурыза и многое другое. В честь праздника устроили театрализованное представление. Всех гостей угощали национальными блюдами. Заслуженную награду получила 17-летняя Рената Казакова, завоевавшая первое место на международной выставке плакатов. Художница отправила во Францию на смотр картину в технике графика под названием «Подводный мир». Накануне из Марселя девочки прислали главный приз – золотую статуэтку. Очень приятно то, что в голосовании участвовали именно дети моих возрастов. Их привлекла такая техника, которая очень мало применяется. Работа получилась очень живописной и яркой, что является, мне кажется, очень важным критерием. Наши дети активные, творческие, всегда участвуют в различных конкурсах и выставках и, как правило, получают награды призовые.